올려 수도. Первый раз здесь смотрела? Да, да, я не видела, когда я в прошлый раз тут была. Очень круто, это так прикольно, потому что флешбеки. В тот раз я делала очень мало фотографий. Когда я ехала сюда, я пообещала себе, так как мне подарили телефон, что я буду делать очень-очень много фотографий для воспоминаний. В тот раз я делала мало фотографий, потому что у меня был плохой телефон. Но вы мне подарили новый телефон, поэтому... Sweet home. Чачи. Улица. Улица. Еда. Что это такое? Нажимай. Юля, Мюн! Мюн, Анде! Полиция? Нет. Да, полиция. Вызывать. Оль, это когда ты слепой или... Звуковой сигнал, да? Нет, ну просто я видела, что у вас есть дорама. Полицию вызывать. Есть, да. А также и в туалете. Есть. Это так круто вообще. В туалете? Да. И Оля постоянно спрашивала, в туалете есть номер, ты видела? Да, да. Это номер, типа ты звонишь и ты говоришь, какой ты, где ты. Пустимаги гаджагашинео. Весело было? Очень. Правда. Я очень много ничего не понимала, но все равно было весело. Еще учишь пить? А пить? Я уже пьяна. Честно. Пошли. 여드름 굉장히 크게 났네. 어제 술 몇 시까지 드셨어요? 3시까지요. 많이 더 먹었네. 엄청 많이 먹었어. 와인 마셨어. 소주, 그 다음에 맥주, 그 다음에 와인. 머리가 아프실만 하네. 이제 후회했어. 후회하고 이제. 해장국. Нет, я тоже пила. О, нет, его уже тоже пила. Просто я была.
그래서 저 B가 Хэджан – это когда ты выйти, чтобы почистить организм, это хэджан называется. Кё – это типа кость. Кё – хэджан – вкус это? Не, после алкоголя, чтобы прохладить, это хэджан. Попробуй, ну как бульон. Кости сюда. Много капусты чувствуется, мясо. Капуста и мясо чувствуется. Капуста? Вкусно? Надо слизать. То, что нужно после алкоголя. Слишком вкусно. Не знаю, ли в Украине есть традиция после алкоголя. Не помнишь твое? Она всегда так делает. А, да? Да, после алкоголя. Чтобы но, прохладили. Но у нас тоже так. Похмелиться. У нас даже слово есть. Да? Да, похмелиться. Чтобы прохладили. Круто. Вот так. Хорошо. Поэтому. Оптимально. У вас все рестораны есть. Очень люблю. У нас нету такого блюда, что там прям очень много костей. Чтобы именно в тарелке было. Серьезно, нет было. Конечно. Уже прошло. Голова? Серьезно, честное слово, уже прошло. Thank you.
есть прикольно, позавтра будет. У нас пьют куриный бульон и рассол. А, рассол, знаешь рассол? Типа пикль к муль. Что это? Ара? Маша баста? Рыба бывает. Это та. О, Оля, подожди. Ого. Мясо много. И такая большая косточка. О. Я просто чувствую себя бодро. Да. Я только начала есть. Сразу пить она. Да. Да? Уже проснулась, да? Вот что нужно было сделать, поесть. Да, серьезно. Лучше, чем куриный. Ну, конечно. Тут еще и рис, и капусточка, и остренький. У нас в Украине острый. Да, после того, да. Хотя мы говорим про то, что нужно съесть что-то острое. Да. Чеснок. Но все равно нету блюда. Да, нету блюда, да, острого. Очень такой красивый. Я думаю, в прошлой жизни мы были кореянки. А то, что очень хорошо едим. Полежка. Согласен?계속 안 포기랑 계속 안 포기하면 좋겠어. 맛있으니까. спасибо. Уже лучше. Очень хорошо. Сам работал. Да. Вау.
Очень вкусно. Опять? Мне кажется, в Украине это было бы популярно. Чуть-чуть, но после алкоголя просто посуду. Можно теперь начинать день.